Вот и подошел к концу месяц Рамадан. Месяц, в котором мы с вами берем под контроль свои желания и стараемся становиться лучше. Сейчас мы будем отмечать свою стойкость и силу, с которой мы прошли эти дни, но также будем ценить то, что имеем гораздо больше. Особенно отрадно видеть, что здесь, в Москве, природа как бы оживает после зимы, как мы после поста, и набирает свою силу и цвет. Я бы хотел пожелать вам не растерять ту силу, которую вы получили в этом месяце, и пронести ее еще до следующего года, стойко, целый год. Для меня это был один из самых тяжелых постов на моей памяти, но все же и он подошел к концу. Несмотря на все испытания, безусловно, не только в ограничениях еде или сне, я в очередной раз могу заметить, что все проходит и время не щадит никого. И то, что сейчас кажется невозможным, в будущем может казаться таким обыденным. Во время поста я и мои коллеги обсуждали готовящий законопроект по партнерскому банкингу, стали свидетелями подвижек на халяль-рынке. Теперь производителям из России еще легче станет получать сертификацию на свою продукцию по нормам халяль. Я поздравляю всех вас с праздником Урза Байрам от коллектива Муслимека и его единомышленников. Ид Мубарак. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракат. والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصامرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.